Мои дорогие, не поверите. Вот не поверите. Вот посмотрите на этих двух юных дев. Представляете, звонят в калитку. Я, кто, кто? Ко мне же никто не ходит в темноте. Говорят, подписчики. Представляете? Пришли поздравить с днем рождения. Представляете, вот что творится. Девочки, как вас зовут-то хоть? Меня зовут Рита. А мне Настя. Очень приятно. Вот представляете? Я в шоке. Честно, я в шоке. Розу мне принесли. И шоколадку. Ну, девушки же. Представляете? Вот я их зову в гости к себе днем, чтобы приходили. Девчонки, приходите. Я вам покажу, какие у меня украшения есть. Может, что себе выберете. Мы поможем с чем-нибудь. Да. Ну, а что мне помогать? Я сама справляюсь. Ну, мы можем помочь. Да. Вам заняться нечем на отдыхе. Ну, да, сидим скучно. Ну, вот, значит, приходите. Я завтра никуда не еду. Буду целый день дома. Приходите. Да. Так, сейчас я... Я в шоке, мои дорогие. Я в шоке. Это вообще, конечно, обалденно приятно, но я просто в шоке. Я никак не ожидала, что такие девочки. Прям девочки. И папа смотрит мои видео. Огромный вам привет. Алексей, по-моему, его зовут, губернатора. Ой, а девочки-то какие хорошие. Прям видно, что прям умницы. Такие скромные, хорошие девочки. Рукоделием занимаются. Я им говорю, девчонки, приходите ко мне днем. Найдем чем заняться. Вот такой мне сюрприз сегодня на ночь глядя. Очень приятный. Ой, ну надо же. Никак не ожидала. А я не пойму, звонит в калитку кто-то, звонит. Думаю, ну, Витя приехал бы, он бы мне позвонил по телефону. Я вышла с крыльца-то, кричу, кто? Подписчики, думаю, батюшки мои. На ночь глядя. А они тут живут на 4-й улице в волне. Ой, ну просто... Ой, сейчас ведь не усну. Доброе утро, мои дорогие. Вот ведь как бывает, а? Я вот прям до сих пор в шоке. Ну, никак не ожидала, что у меня есть такие подписчицы. Ой, обалдеть. Я их пригласила, говорю, девчонки, приходите. Может, чем-то позанимаемся с ними. Ой, такие девочки прям умницы. Ой, какая прелесть, а. Ой. А я, девчонки, вот как по принуждению. Саша мне говорит, мама, говори прямо в начале видео, чтобы не забывали девочки твои и мальчики. Прям лайки вообще-то ставить нужно в начале видео. Они засчитываются тогда. И комментарии пишите, пожалуйста, хоть что-нибудь. Просто напишите «Привет». Или «Это я». Я буду понимать, что вы обо мне думаете, заботитесь, мои хорошие. Ну, потому что без лайков, без комментариев нет продвижения. Сваливаешься в эту яму, и все, выпадаешь из рекомендованных, и хана, как говорится, и никто тебя не видит, и никому ты не нужна. Вот. А я с утра встала, 6:30, собрала всю траву, которую Витя мне накосил. Пообрезала там розы, очень много веток. Пообдирала вот эти фиалки. Уж заполонили все на свете. Ну, не все, в одном месте только. Ну, а я к своему цементу с утра. Вот сейчас буду продолжать делать. Вот, вот такое еще. Ну, я вам потом-то покажу, когда получится, чего получится из этого.
Вот уже пыталась вытаскивать, уже все потрескалось. Опять промазывать надо будет. В общем, короче говоря, утро начинается. Работа начинается. И вот еще у меня вот такая задача. Это Алинкина овечка, у которой не были сделаны ножки в свое время. Вот я всю голову себе изломала. Ножки я сделать не могу. Я не скульптор. К сожалению. Вот. И я вот решила, мне ведь что нужно? Чтобы оно стояло, да? Я вот решила сделать вот на цемент ее посадить. Ну, чтобы у нее был как постаментик такой. У нее все-таки довольно-таки тяжелая голова. Чтобы она стояла. Ну, уже ничем мне в голову не лезет, потому что. Не знаю, чем ее Алинка делала-то тут, набивала-то. Пролезла. Сейчас мы тебя потерпи, пожалуйста. Подожди. Голова-то отваливается, надо приклеивать. Ой, сейчас, девоньки. Так. Много. Ой, у нас сегодня ночью куролесили, спать не давали. Видимо, возомнили себя все мужики десантниками. Так, ну что, вот такая получилась у меня вот штучка. Голову я приклею потом. Сейчас я ее вот так. Много. Ну, никак больше я ничего не могу придумать. Какие подставки, как-то это. Для меня проще, конечно, в цемент закатать. Ну, потом подкрашу, что там подклею. Сейчас я ее поставлю, пристрою, пусть сохнет. У нее такое лицо, да, Господи, за что мне это? Чем я провинилась? Так, сейчас, голубушка.
Вот так. Пусть сохнет. Ой, Господи, срач. Цемент. Сама вся в цементе. Ой. Вот, мои хорошие. Сделала вот такую тыкву. Тяжеленная. Получилась она плосковатая. Потому что она такая тяжелая, я не могу ее кверху так поднять и завязать, чтобы она была повыше. Вот не могу я делать маленькое. Но вот оно в результате очень тяжело. Не поднять ничего. Ой. Цемент налепила тут. Размываю его, чтобы он, ну, в такой песочек превратился. И смылся потихоньку. Так, ладно, время уже, блин. Обед прошел, а я тут с цементом ковыряюсь с утра. Пойду хоть пообедаю. Да отдохнуть надо немножко. Натаскала с цементом, зайки мои. Намешалась, аж спина отваливается. Так, ладно. Пойду домой. О, пока я дома сидела за столом, ковырялась со своими украшениями, выхожу, а тут вон и чего. И мало того, обещаю, дождик через час. Вот хорошо бы. Хорошо бы. Только надо сходить по белье, надо пойти снять. Посмотреть, чего там намочит, если дождик будет. Но это же еще не факт. Ну, все-таки надежда-то есть. Надежда есть. Ой, хорошо бы. Вот досыхает у меня. Ну, еще в смысле досыхает. До завтра будет. И тут вот сохнет, стоит. Ну, я, в общем-то, понимаю, что на Яндексе вообще смотрят практически только цемент, поэтому надо делать. На Ютубе тоже раньше смотрели очень много. У меня есть кашпо, у которых по 760 с лишним тысяч просмотров. Ну, а сейчас вот, видите, выпало из рекомендованных. И, ну, я надеюсь, вы же мне поможете, правда? Лайками, комментариями. Ну, что ж, я зря вот стараюсь, тружусь каждый день, а? Правда? Он как цветочек-то, подаренный девочками, висит. Ой, какая красота. Жарко опять. Все время больше тридцатки. Шлангом полила, водичка капает. На такой жаре-то, конечно, пить хочется. Он опять надрала. Ой. Зато белье сохнет, девчонки. Час-полтора и все. Ну и сама так же. А сама наоборот ходишь, мокрая вся. Вот с утра платье одела, вот это вот. Сейчас пойду менять. Вот что, я и вся мокрая, и цементом обляпалась. Вот только ходишь... Только там пообрезаешь, тут пообрезаешь. Вот пообрезала его, чтобы он, а то весь в ветках. Никаких. То весь обрастет, как, знаете, как парень вот это, нестриженный, лохматый.
Ну что, будет дождик-то? Я уже вон коврик повесила. Думаю, может быть, хоть немножко промоется от пыли. Жду. О, Зизифус уже стал похож на свои ягодки. Ага. Ну что, дождя так и нет. Видимо, стороной уйдет. Жалко, если не будет. На карте там нарисовано, что севернее чуть-чуть идет. Вот сейчас он весь там и уйдет. Да. Ждешь. А его нету. А парит прям, парит. Вся мокрая. Ладно, чего ждать-то? Будет так будет. Помните, я билеты покупала? Подписала. Вот Егор, Гриша, я. Для всех троих именинников. Ну и что? Выиграл мой билет. Люба написано, видите? 75 рублей. Ой, не могу. Ой, разводы сплошные. А мальчишкам ничего не досталось. Не, ну прям смешно. Господи, не играл никогда и не надо, правда? Ой. Как говорят, да, дурак думкой богат. Угу. Так, ладно. Поеду сейчас в Черноморск. Съезжу. Творог у меня кончился, а я вчера забыла. Да прокачусь. Уже устала работать. Работаешь чего-то. Ой, ну выигрыш, да, конечно. Чего и говорить. Посмотрела сейчас насчет дождя. Интернет мне пишет, в Калиновке дождь. Вот она, Калиновка. Никакого дождя, естественно, нет. Никому верить нельзя. Ну что такое? Иду на автобус. Придет, не придет. Ну, смотрите, какие молодцы девчоночки-то. Ой, господи, прям такие цыплятышки. Слушай, я вот так не умею рисовать. Здорово. Опять, видите, у нас встреча на Эльбе. Сижу на остановке, слышу звонок в калитку. Здорово. Ладно, короче говоря, вечером приходите. Я через часик, наверное, уже приеду. Ладно? Давайте. Да я тоже. Спасибо. До встречи. Давайте. Вот видите, какие у меня девочки. А я слышу, думаю, что-то, по-моему, ко мне в калитку звонят. Хорошо, автобус не пришел. Смотрю, две красотульки. Хорошие девчоночки такие. Ну, в общем, никакого дождика. Опять солнышко вышло. Ой, хорошо, дверь открыта. Хоть ветерочком обдувает.
паровозик из Ромашково. Так хочется поехать куда-нибудь. В Севастополь или Симферополь хотя бы. Ну, как представишь, по этой жарище. Сразу никуда не хочется. А так бы надо. Уже когда я была в Севастополе? Больше месяца назад. Мой любимый дворик. Давно я изумрудных лягушек не вижу. А спрашивала вот у девушки, которая работает, она говорит, есть. Он, наверное, прячется от жары. Так, а там закрыли уже калитку. Придется назад идти теперь. Деревья оплетают. Ну ладно, пойдем обойдем вокруг. Представляете, сколько народу? Такое бывает только летом. Жуть. Там такие очереди на кассе. Ни корзинок не хватает, ничего. Хотела купить арбуз. Ну как я его буду тащить-то до кассы? Тележек нету, народу. Вышли закат снимать. Видите, я с коллективом. Заката нету. Нету заката. Что-то второй день солнышко не хочет показываться. Мы с девочками пообщались. Хорошие такие девочки. Вот у меня какой вечер выдался из Севастополя. У меня приезжали сегодня. И девчоночки приходили. Вот. Хорошие очень девочки. Вот. Рита в 10 класс идет, а Настя в 5. Прям хорошие девчонки. Я очень люблю таких детей. Ой. Девочки, вы уж меня простите, у меня что-то давление низкое упало. Я прям вся засыпаю. Вот, ну а так. День, как всегда, пролетает. Что задумала, не получается сделать все. Ну,
что-то сделала. Вот ломаю голову с браслетом под янтарь для Александры. Ломаю голову. Не хватает квадратных бусин для объема ее руки. На резинке делать не хочется. Хочется сделать нормальной, на застежке. Ну, в общем, ломаю. Ну, как я ломаю? Я делаю, а потом смотрю, нет, не получается, не так. Опять разбираю. Сейчас пойду опять ковыряться. Так что вот такие у меня подписчицы. Они приходят ко мне, говорят, помогать. Я говорю, да ладно, девочки, ну что ж я не справлюсь со своими делами. Ну что я буду детей что-то запрягать? Да ну. Вот подарили мне картинку нарисованную и цыпляточек в корзиночке. Сейчас я вам покажу. Вот видите, куда я ее. У меня такое клоше маленькое есть. Вот я ее туда, этих цыпляточек, тут на стены. Вот, а вот это вот Риты вставлю в рамочку. Такие вот цветочки милые. Вот такие девочки. Ну что, мои дорогие, я вернулась на пост. Нету солнышка, видите как. Ну ладно, давайте прощаться. Надо и вам отдыхать, и мне отдыхать. И будем ждать завтрашнего дня, что нам грядущий день готовит. Давайте, зайки мои, хорошего вам вечера, спокойной ночи. Не болейте, не грустите. Держитесь. Держитесь, девоньки. Нам больше ничего не остается. Я вас всех обнимаю, целую. Ну и давайте до завтра. Ужас. У меня прям как перекресток в каком-то городе. Они меня отвлекают, и я теряю нить разговора. Ну, что это? Все, мои дорогие, давайте, до завтра. Пока-пока.